Всем привет! В этом видео я расскажу вам, где я скачиваю музыку без авторских прав для своих видео. Давайте перейдем на YouTube. Поставим главную страничку моего канала. И с левой стороны мы видим каналы, на которые я подписан. И вот в первой строчке как раз находится тот канал, который нам нужен. Давайте на него перейдем. Вот это название этого канала. Здесь музыка без авторских прав. Ну и давайте выберем первое попавшееся видео с музыкой. Мы можем прослушать музыку. Если она нам нравится, то под видео в описании мы видим ссылку, по которой можно перейти. Нажму на паузу, чтобы нам звук не мешал. Переходим по ссылке. Видим такую страничку. Можем скачать с разных источников. Но мы выбираем вот этот вот источник с такой вот рожицей. Написано «Бесплатное скачивание». Нажимаем. Перед нами открывается вот такая страничка. Опускаем ниже. И вот здесь такая надпись «Скачивать здесь». Нажимаем на нее. Перед нами появляется вот такой вот проигрыватель. Нажимаем вот сюда. Написано «Скачать». Скачиваем. Мелодия скачивается туда, куда вам нужно. Куда вы назначите, туда она у вас и скачается. Вот. Все, мелодия скачалась. Можем ее скопировать. Ну и поместить, куда вам нужно. Скажем, создаете папку «Музыка без авторских прав» и перемещаете скачанный файл, скачанную мелодию, перемещаете в эту папку. Вот так вот. Это один канал, да? Есть еще один YouTube канал, на котором мы можем скачать музыку. Давайте на него перейдем. Вот название этого канала. Ну и давайте выберем, ну, для примера просто так, любое видео с композицией. Здесь мы можем ее прослушать. И в описании мы можем найти ссылку. Вот она здесь находится. Нажимаем на эту ссылку и переходим на сайт, который называется SoundCloud. Если я правильно произношу, вот название этого сайта. И чтобы нам скачать мелодию с этого сайта, нам для начала нужно запомнить название мелодии. И вот ищем здесь нужную нам мелодию.
Вот. Вот эта мелодия. Мы нашли то, что нам нужно. Можем также прослушать. Убедиться, что это именно та мелодия. Да, это то, что нам нужно. И здесь как бы нету кнопки скачать. Как же нам скачать музыку с этого сайта? Для этого нам нужно перейти вот на такой сайт. Вот. Мы берем, скачиваем ссылку этой нужной нам мелодии и вставляем ее сюда. Нажимаем на кнопку. Вот. Нажав на вот это, вот сообщение, так скажем, да, мы можем скачать мелодию. Но для этого нам нужно сначала скопировать название этой мелодии. Позже объясню для чего. Копируем название мелодии. Теперь мы скачиваем ее. Видим перед нами такой вот проигрыватель. Нажму на паузу пока. Нажимаем и скачиваем мелодию. Вот. Мы видим, мелодия скачана, но название у нее какое-то символьное. Какие-то тут символы. В общем, переходим в папку загрузки. Вот, видим перед нами скачанную мелодию. Нажимаем переименовать. И вот название у нас уже есть такое. И я еще пишу длительность этой мелодии 4 минуты. Все. Так, что-то у меня тут не так пошло, но это не так уж важно. Вот. Видим нашу нужную нам мелодию, копируем ее и вставляем, ну скажем, в папку «Музыка без авторских прав». Все. Все просто и легко. В общем, если вам понравилось это видео, если оно для вас было полезным, поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий. Поделитесь с друзьями этим видео. Кто не подписан, подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо, до новых встреч.